Безпека плюс дисципліна. Першая могилевая контрольно-пропускная система начинает работать у 45-й школе. У столичных установах эдукации такие электронные системы действуют не первый год. Частка вучням уже отримали пластиковые картки пропуски. Как работают системы и ці изменился уклад життя школяров, цікавилася Кристина Каранкевич. На занятки школяры трапляют своечасово. Чотири кропки электронной пропускной системы позволяют не створать натовпу у холі. Пластиковые картки, банка – это своеобразное посвящение особы. Стало больше просто сочить за наученцами, а их тут 2000. Определенный ученик зашел, на третьем мониторе все видно, его фотография сразу вырисовывается, время, когда он пришел, когда он вышел, когда все, вот можно уже сейчас это проследить, проконтролировать, если он на уроках он находится, или в учебное время, или в неурочное время он находится в школе. Поколь система працює у тестовом режиме, але у любым выпадку режим у школе стал больше жорстким. Суть системы еще в том, что в будущем будет происходить оповещение родителей путем вариант А – СМС, второй вариант – путем электронной почты, по которым будет видно, что ребенок пришел в школу и ушел со школы. Но это недалекая перспектива. Еще один плюс пропускной системы – навучание детей в финансовой письменности. Пропуск у школу – это еще и платежная картка. Коли во установе набудуть терминал, по ей можно будет оплачивать харчевание у столовцы и платное наведывание гуртков и бассейну. Те, кто еще не отримал этот универсальный электронный документ, трапляют в школу праз вахтера. Таким же чином будет вестися пропуск, и коли учень просто забылся картку дома. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новин Регион.